новое поступление колясок и других товаров для новорожденных. Кроватки, автолюльки, средства для ухода за малышом и многое другое. Если есть у вас ребенок, приходите в «Кенгуренок». Попова 21 и Милицейская 14. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Некрасова камера зафиксировала драку между водителями «Соляриса» и «Оки». Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Некрасова водители «Соляриса» и «Оки» не поделили дорогу и устроили гонки. Далее пенсионер на «Оке» заблокировал «Солярис» и началась потасовка. На перекрестке улиц Московской и Менделеева водитель Land Cruiser с красивым номером 3-4 въехал в Toyota Yaris. На перекрестке улиц Ленина и Милицейской на повороте у иномарки выгнуло колесо. Не за что, просто директор этот работник не нравился, ну какие-то, знаешь, такие межличностные. На перекрестке улиц Клыновской и Верхосунской водитель шустрого мини-фургона не уступил дорогу машине с камерой. На улице Московской женщина не посмотрела на светофор и побежала на красный сигнал. На улице Ленина автомобилисты наблюдали, как нарушитель на Митсубиси ехал по тротуару. Нормально, нет? Что такое ездить без лобового стекла, теперь знают водители, пассажиры «Лады» на Октябрьском проспекте. Судя по видео, эта идея больше всего пришлась по душе пассажиру. Он смог, как говорится, протянуть ноги. Михаил Вагин, место происшествия.